Меня зовут Низовой Максим Иванович. Я являюсь начальником участка топливовозов ОАО НЗНП филиала «Автоколон». На данный момент мы используем 35 полуприцепов «Бонум» разной модификации. Полуприцепы себя зарекомендовали с хорошей положительной стороны. Первую партию мы используем уже больше года. Никаких существенных поломок по данным полуприцепам не было. Ну, претензий к бочке нету. Хорошая бочка, на ход хорошая, легкая машина, ну, бочка сама. Машина управляется ней очень легко. Нигде ничего, никаких косяков нету. То есть все отлично позатянуто. Даже на каждой гайке есть затяжка и контрольная затяжка. В целом машина зарекомендовала себя хорошо, оси работают отлично, подъем лестницы довольно-таки хороший. Единственный недостаток может быть это заливной люк, брызги нефтепродуктов попадают сверх и стекают там поверху, ну, постоянно приходится протирать. Зацепили эту бочку полгода назад, ореканий особо нет, ведет себя хорошо, высокая тормозная эффективность. Водителям, кому достались эти полуприцепы, так скажем, очень довольны. Вот, довольны именно тормозной системой, пневмосистемой. Также им нравится то, что подъемные оси идут, первая, четвертая ось. Хорошо, то, что не ржавеет, не красит, не подкрашивать ничего не надо, оцинкованные запчасти, ну, части. Бочка отлично покрашена, блестит отлично. Короче, как легковые машины красят, так и бочка покрашена. Все это современно, как подъемник сам, все это поднимается. Довольно-таки неплохо диодные фонари. Если лампочки вот на старых образцах, на фонарях, лампочки меняли постоянно. Сейчас хорошо, все горит, все это, мы туда не касаемся. Ремонтные работы никакие не производились, как бы идет себя отлично. Ухода особого не просят. Вот эти вот недоделки, грохот стоит на всех ямочках и кочках. Мосты поднимаются, это хорошо, конечно. Сделали кнопки, на развороте мы поднимаем передний мост. Моются очень хорошо, то есть быстро. Ну, бывает иногда там при наливе какие-то капли падают. Ну, все от пластика это оттирается, никаких следов не остается. Если возникают какие-то проблемы, то компания «Бонум» сразу же в кратчайшие сроки производит гарантийный ремонт, либо выезжают специалисты на место и также производят ремонт и настройку данных полуприцепов.